Петербургский цирк «Шапито» с самого начала представления задал высокую планку, отправив бесстрашную артистку прямо под купол. Однако летать над ареной здесь будут не только воздушные гимнасты, но даже тигры. Но об этом чуть позже. А пока несколько смелых и оригинальных трюков от обезьянок и их коллег по сцене. Восторг у зрителей вызвали выступления обаятельной, задорной и неугомонной клоунессы Елены Егоровой. Уже после выступления клоунесса поделилась с армавирцами секретами создания хорошего настроения. Думать о позитиве, не думать о проблемах, понять для себя, что проблема это мимолетная, оно пройдет и всегда будет что-то светлое и хорошее. А вот этим артистам настраивать на позитив себя не нужно. Суровые в природе, на арене цирка амурские тигры превратились в послушных кошек. По желанию дрессировщика полосатые демонстрировали публике свою грацию и даже исполнили настоящую тигриную песню. Поразил своей красотой и умениями самый большой в России тигр весом 500 килограммов. Ну а задержать дыхание зрителей заставил тигр летающий. Летел, но обещал вернуться и сдержал слово. А зрители от мала до велика еще долго оставались под впечатлением от увиденного. Я очень сильно впечатлен, и если кто не хотел, то желаю сходить. Долго ждали зверей, дочка все льва хотела увидеть, тигровым довольна осталась. Сказала папа, это Шерхан. Огромный интерес к тиграм подтолкнул нас поинтересоваться у дрессировщика, легко ли содержать таких кисок. Но это так, на случай, если вдруг кто захочет обзавестись амурским тигром. С ним надо с утра до вечера с ним возиться. Как понимаете, круглые сутки почти. И репетиция, и кормежка, их искупаем, их как от жары, от холода, все время контролируем. Да, содержать тигров невероятно сложно, поэтому лучше прийти и посмотреть на них в петербургском цирке «Шапито», остановившемся в нашем городе. Спешите это сделать до 19 июня.